Друзья, моего друга внучек 7 лет. Как тебя зовут? Даник. Даник, вот видите, если дедушка к нему прививает любовь к собачкам, к охоте, пройдут годы, если все нормально. Видите, как он с ними. Уже 2 раза с машины достает, играет с ними. Вот 7 лет ребенку, а интерес уже к собачкам есть. Он и в ящичек посадил, и они посидели, пока мы тут только про охотничьи разговаривали. Видите, то одного посадит, то другого. Никто его не заставляет. А что они пишут? К мамке хотят. Они не прыгнули с валки. Мы завтра вечером будем еще одна дальше, будем обрабатывать их. Помоем дустую мылом. Не-не-не, их не надо. Их на землю. Надо. Чтобы дух не было. А, их стрелы уже. Нет. Наконец, все-таки это стопудово. Их ютро. И Даник, потренируй их. Заходите на канал Лошади Охота. Подписывайтесь и смотрите интересное видео про охоту. Всем до новых встреч на этом канале. До свидания. Вот смотрите, какого мы хорошего мальчика дедушку купили. Сегодня же. Город Микошевичи. Брестская область. Я подрасту и буду ходить с дедом на охоту. С братом двоюродным. Ну. Я стреляю много зайцев. И научит нас охоте. Смотрите, подпишитесь, какие красавцы. Ну, спасибо тебе, спасибо. Ну, друзья, до новых встреч на моем канале Лошади и Охота. До свидания. Так ты ж...